каково это – быть кладбищенским блогером и мыть старинные надгробия? Маргарита Николаева переехала в Петербург в 2016 году. В городе она начала ходить по кладбищам, где можно было увидеть что-то интересное, и начала со Смоленского. Маргарита ходила вместе с другом, которому рассказывала все, что знает о разных надгробиях. И он подсказал, что такой информацией стоит делиться и с другими людьми. Поэтому Маргарита создала блог о старинных захоронениях Петербурга и соседних регионов, а также начала организовывать субботники на кладбищах и запустила проект по оцифровке архива о погребениях лютеранского кладбища. Так как одно из образований Маргариты экскурсоводческое, в 2020 году она устроилась на работу на Пискаревское мемориальное кладбище и 2 года водила экскурсии. Девушка также занимается помывкой надгробий. Она считает, что это своеобразное возвращение имени человека и воскрешение памяти о нем. Обычно Маргарита водит экскурсии по кладбищам в летний период. В этом году она планирует проводить их по Смоленскому и по какому-нибудь другому.